Всем здорово, друзья! Сегодня новая игра у нас в открытой бете вышла H1Z1 в режиме королевской битвы. Я уже пару раз сыграл, вот видите, у меня шарфик там такой интересный. Создал, так скажем, такого персонажа. Все на английском здесь, я не знаю, добавят потом, нет язык. Вот, 5-й левел у меня. Ну, на самом деле прикольно здесь. По сравнению с тем же Fortnite, тут можно что-то выбрать, там из одежки. Ну, ближе, короче, как бы к реалистичности побольше здесь. Сейчас посыграем пару раз, посмотрим. Так вот, выбросило. Здесь у нас не показывает ни самолет, ни автобуса, как в том же Fortnite. Ну, я буду больше как бы сравнивать с Fortnite, потому что я в нее играл. Вот. В принципе, смысл тот же, королевская битва. Ну, здесь есть свои преимущества. Интересные фишки по сравнению с Fortnite. Здесь есть техника, это прикольно. Вот, реалистичнее, как я уже не знаю, сколько раз здесь, наверное, повторил. Вот, но багов, конечно, еще хватает. Так. По-моему, сюда... А, вон он бегает по второму этажу. Оп, шлем нашли. Броня у нас, он прибавилась. Тридцаточка. Ой, машину я нашел. Мне теперь какую-нибудь пушку найти. Так, рюкзак. Прекрасно. Так, рюкзак нам дает возможность, получается, ну, больше пушек. То есть, если мы просто появились, мы можем взять две пушки с рюкзаком, в зависимости от, ну, качества. То есть, вот с этим рюкзаком уже три пушки, есть еще военный рюкзак, там четыре пушки можно уже брать. Так, я думаю, я отсюда свалю. Поближе к центру, получается. И там где-нибудь залутаюсь получше. Желательно что-нибудь там с оптикой найти. О, нифига, фонтанчик такой. Курама. А, какой-то пробирка на карте, что-то это. Лаборатория, может быть. Так, палаточка. Сейчас посмотрю, что. А, вот. Блин. Там тачка ехала. Броник, арбалет. Вот он, военный рюкзак, друзья. Нет, лучше броник я возьму. Так. АК-47 с нормальным прицелом. Что у нас там под машиной? Так, патроны. Так, ну что, замечательно. Броня есть. Полная вроде как. Я не знаю, можно больше, нет, я еще мало не играл. Так, теперь нужно какую-нибудь позицию по лучше найти. Так, поеду, наверное, к центру, вот туда. Самый-самый центр. И там где-то займу позицию. А, о, еще один едет. Наверное, тоже направляется. Посигнали ему. Так, как же нам его... Вот аирдроп. Ну, в принципе, на карте все обозначается. Аирдроп и тачки. Фига, что это с ним? Колеса, что ли, повзрывались там? Черт засмотрелся. Надо от него сейчас немножко. Вроде немного оторвался. Он, наверное, на аирдроп поехал. Так, еще чуть-чуть, друзья, проеду.
Я думаю, можно выдвинуть позицию. Блин, конечно, у меня мало аптечек. Одна и бинты. Ну, бинтов хватает, ладно, 6. Гранат нет. Тоже не очень хорошо. Так, все, где-то здесь можно занимать позицию, в принципе. Поеду вон туда. К чертову колесу. Попробую где-нибудь здесь занять позицию. Воу. Так, здесь у нас цирк, да? Туалет. Вот и гранаты, ботинки. Так, пойдем, вот там еда написана, попробуем туда сбегать. Я еще не знаю, друзья, здесь вообще ни крутых мест на карте, как бы. Вот, я только разобрался, что вот этот звук означает то, что где-то рядом ящик. Арбалет мне не нужен. А ящики крутой лут на самом деле. Так, попробуем в дом сейчас забежать. Броня у меня есть. А, вот он. Ништячок. Так, есть снайперка. Замечательно. Аптечка. Патроны. Так, еще там и аирдроп летит. Блин, не нафиг. Вот так сделаем. Ну все, лут замечательный. Ну, я думаю, может быть и лучше, как бы, но... Меня устраивает. Так. Как бы мне на крышу куда-нибудь залезть. Попробуем. Это бы вообще мне дало преимущество. О, какие-то лаги непонятные. Так, на крышу он не хочет, понятно. Он светится аирдроп, наверное. А мне лучше поближе к машине держаться. Так, сколько у нас? 44 человека живых осталось, насколько я понимаю. Так, давай, поехали, чё он? Он не хочет, прикиньте. Почему он не садится? Пушку не переключает. Ну вот, видите, друзья. Вроде нормальный набрал лут, и что-то какой-то лаг произошел. О, нифига себе, перебросило. Так, у меня вроде с интернетом все сейчас нормально все. Так, помчали. Ну, я думаю, это исправится. Вот, у меня выскочило сейчас уведомление о том, что ролик, который я заливаю сейчас на YouTube, по Шерлоку, ну, ошибка произошла. Так, надо чуть правее брать. Вот тачка посреди поля. Скорее всего, здесь кто-то есть.
вот у нас загорелась карта и ближайший маршрут, как Fortnite показывает. Бам. Протаранили забор. И вот где мне тут в этом городе кого-то сейчас искать? Зато меня на тачке, я думаю, сейчас все прекрасно увидят. Ладно, в центр поеду, где-нибудь там сейчас осяду. Постараюсь, по крайней мере. Вот. Вон вижу справа одного. Ни одного даже. Нафиг. Крышу. Я думаю, это неплохая идея. Как бы перила сделали. Я бегу, блин, боюсь вот так вот упасть вниз. Так, вон вижу чувака одного. Куда он делся? На, попал. Оп, палиться не будем. Так, берем АК. О, блин, они могут еще отсюда забежать. Это хреново. Так, ну я в зоне, так что я пока здесь побуду. Блин, как-то быстро здесь зона сужается. По-моему, в Fortnite побольше времени было. Так. Ползем. Блин, позиция классная, жалко менять ее придется сейчас с сужением. Блин, долго как-то. И все вот так вот на тачках и гоняют. От зоны к зоне. Попал. Еще один едет там. Так. Куда они помчались-то хоть? Так, друзья, я обязательно сниму. Ну как, попробую на клаве сыграть. Если, ну, будет в игре работать, я запишу видео. Бамс. Лечится, наверное, падла там. Отвлечем внимание. Ё-моё. Спалился. Так, сейчас бинты используем и аптечечку сейчас еще используем. Так, со снайперкой было половче. Есть. Блин, пипец, извиняюсь, друзья. Ну ладно, долго я слишком. Стрелял в открытом положении. Ну вот как-то так, довольно интересно.
неплохая игра, я скажу. С учетом того, что ее доделают. Блин, зря пропустил, надо было показать. Там вот очки дают. Какие-то монеты. Я еще не знаю, на что их тратить. Так, опять какой-то лак. О, вообще, друзья, видите, замахатый мне перс. Зря я пропустил, кстати, наверное, концовку раунда. Там очки дают. Это вообще трындец, друзья. Это вот как раз лаги, о которых я говорил. А, о, прорисовался наконец. Так, нормально. Но мне нравится то, что здесь, по крайней мере, вот на парашюте летать, ну, приближено к реализму больше, намного, чем Fortnite на этих планерах. Ой, отбавил чуть-чуть. Так, надо быстренько залутаться. Пока сюда никто не залетел еще. Как обычно и бывает. Так, второй этаж я позже проверю. Так, есть пистолет, хорошо. Рюкзак, замечательно. Так, на улице есть машина. Так, ладно, давай наверх. Тачка мне пригодится. О, что там у нас? УЗИ. Тачка пригодится, друзья, когда сваливать будем отсюда. Во, дробовик. Его я... А, я ж три могу взять пушки, как раз таки за счет рюкзака. Аптечка. Блин, сейчас бы броню. Рюкзак такой же. Вы слышали, да, это у меня только что увели квадроцикл. Урод, еще и посигналил. Издевается. Ну, шагов не слышу пока никаких. 10 секунд до сужения. Мне нужно искать тачку какую-то, чтобы слинять отсюда. Так, сейчас бинтик используем. До соточки хп, может, догоним. Так, ладно, не буду ждать. Надо текать. Этот выход, блин. Так, есть. Так, ну ладно, тогда будем ближе к центру зоны. Пока пешкарусом. Блин, на самом краю. Мне срочно нужна тачка. Ага, здорово. Зря спалился. О, у него арбалет со стрелами. Упс. Откуда он стреляет-то? А, понял. Охренеть, нормально попал. Попал. Вот, сука, дробовика 3-4 хп оставил ему. Так, ну вот, в принципе,
результат матча, очки. Шестой левел мне дали. И сколько до седьмого? 0 монет. Монет, наверное, только за призовые места. Так, и сразу можно начать следующий матч. Так, опять голый здесь, и он еще без... А, о, башка появилась, оделись. Так, ну это вот подготовка перед, получается, вылетом. Игроков ожидаем. Как-то так вот здесь все. Так, здесь еще есть где-то тачки, насколько я знаю. На концлагерь, на какой-то похожий забор огромный здесь. Да, слышно даже машина. Вот там внизу. Так, дайте покататься-то хоть. Сука, сбил еще меня, падла. Ну, блин, пассажирам нельзя сесть. Блин. Ну вот как-то так, короче, друзья, я перемотаю до начала матча. Так, ну вот, десантируемся. Куда лететь-то? Ну, сразу такой довольно не это, не маленький городочек. Мне нужно, чтобы тачка была близко и пушки такие нормальные пособирать. Максимально. А можно взять тачку и рвануть к центру, там где-нибудь я по пути залутаюсь. Так, так, так. Бам. Наверное, так я и сделаю. Вот она, тачка. Так, может хоть что-то. Так, ну здесь, друзья, кстати, очень много общего с Fortnite. Так, дробовик, замечательно. А общее, например... Так, слышь, сундук. Жесты, танцы здесь по-любому будут. Так, а где? Броня, вообще норм. Блин, не совсем понимаю. Прям отчетливо сундук слышно. А, вот он. Давай, давай. О, каска. Тоже нормальная. Пушка. С прицелом нормальная. Так, по-моему, там больше всего выпало. Вот гранаты пригодятся. На дробовик патроны. Блин, пистолет не нафиг не нужен. Так, все, друзья. Теперь буду валить ближе к центру. Так, куда мне? Поеду по дороге, я думаю. На джипане. За мной падла сейчас поедет. Надо от него как-то свалить. Но он не поехал.
Можно было, конечно, залутаться, но я хочу поближе к зоне. Сразу занять позицию. В идеале еще какой-нибудь аирдроп подобрать. Там тоже такие нормальные вещи выпадают. Блять, не попал. Дважды. Так, стопэ. Где-то сундук. Нет, по-моему, не здесь. Так, ладно, сзади все. Потом разберемся. О, джип. Блин. Он светится, кстати, аирдроп, по-моему, да. Так, едем до реки. Там где-то осядем. Ну, тачку надо под боком держать. Наготове. Блин, карта довольно большая. Оп. Где-нибудь здесь я остановлюсь пока. Привлекая внимание, присядем. А нифига, у той каски больше защиты. Граната. Рюкзак такой же. Так, перебежка. Что у нас тут? А, показалось, пух. Так, еще 47 человек. Где они? Так, думаю, надо к дому к этому рвать. И в доме, если что, можно будет как-то это понадежнее закрепиться. Надеюсь, я первый, кто сюда идет. Так, сундучок. Вообще здорово. Аптечка. Нормальный ствол. Броня. Блин, долго-долго думали. Ну как, я сжимал выстрел. Фу, сейчас еще надо разок. Сейчас все будут это, писать, бомбить, что я рак. Бля, я реально сжимал выстрел-то. Так, ладно, сейчас еще разочек. Я думаю, на серию хватит. Так, вот мы десантировались. Еще народ есть. Надо куда-нибудь поближе к машине. О, и городок не маленький. Я думаю, замечательно. Что-нибудь да найдем сейчас тут. Так, туда полечу, к зданию, к белому. Там машина есть и... Так, чуть-чуть не долетел. Так, ладно. Свалить я должен успеть. Так, пистолет есть. Быстренько залутаю сейчас. Арбалет тоже возьму. Выбор невелик у меня сейчас. Блин, а больше не могу взять. Рюкзак вот нужен для этого. Дробовик. Блин, было бы место, взял бы.
О, ментовская тачка. Сейчас я залутаю заправку. Или что это тут? Да, заправка. И тогда уже бинты. Так, патрончики возьмем. Еще бинты. Не, лута на самом деле достаточно много. Так, где-то сундук, хоть бы здесь был. Стопе. Есть рюкзак. Давай, давай, где сундук? Так, пригодится мне скорострельная пушка. Гранаты. Ну давай, где это есть-то? Пипец, и где вот, где этот сундук долбаный? Так, на... Блять, на крыше не видно, где тачка, вот она. Тут зона уже тут рядом. Как-то еще тут мигалки включали. Ладно, сейчас найдем, где выход. Все, валим. Поближе к центру. И по пути какой-нибудь аирдроп надо будет взять. Так, друзья, не забывайте, кстати, писать комментарии под роликом. Ставить свои лайки, там, я не знаю, может, дизлайки. Мне на самом деле сейчас не важно, мне главное видеть активность. Вот стоит, не стоит снимать. Ну, хотя выбор у меня невелик сейчас на самом деле. Из-за проблем с сетью PlayStation Network. Вот, я попал тоже под раздачу, как большинство, я думаю, людей. И Fortnite у меня не подключается, к сожалению. Я даже ролики толком заливать-то не могу сейчас в сеть. Но все равно, мне будет очень приятно видеть активность на канале. Так, дверь открыта. Поедем дальше. Так, вроде к центру еду, да? Так, вот сейчас прямо там как раз будет какая-то это, не заправка, какая-то зона отдыха, что-то такое. Там, я думаю, остановлюсь. В воде теряет скорость. Печка перевернутая. Мне куда-то вот туда, на сторону машины. Блин, ментовская, конечно, приметная тачка. Я бы какую-нибудь джипа или обычного пикапа взял. Ну, как вот этих двух идиотов. Так, за мной они вроде бы не едут. Да, вот зона отдыха была. Вот, и здесь я сейчас постараюсь засесть здесь. Так. Блин, хреновое здание я выбрал.
Блин, друзья, секунду. Извиняюсь. Блять, еще оповещение. О, приятное оповещение. Подписчик новый. Так. Один пролетел. Жалко, тут нельзя застроить вот этот участок мне. Как Fortnite в том же самом. Ну чё, давай. Где все это? Бля, надо будет еще отъезжать. Так, сейчас, может, увижу, что. Все послиняли. Магнум. Пожалуй, я оставлю все как есть. Так, тачка моя. Так, куда мы по дороге? Правильно, вниз поедем. До заправки. Кстати, вот топливо заканчивается, мне интересно, его можно потом залить? Если кто-то знает, напишите в комментариях вообще. Для чего эту информацию давать? То, что кончится и надо менять машину? Скорее всего, так. Там давят на тачку. Тут, короче, половина людей из машин практически не вылазит. Нашел машину и вот от зоны к зоне гонять. Чтобы, ну, в топ, ну не в топ, хотя бы там в призовые, там в десятку точно войти. О, что-то лежит. А, мудак какой. Не попал ни разу. Какой хитрец, да? Перевернул идиотскую тачку. А я думаю, что они идиоты вот таким вот макаром гоняют постоянно. Сам сейчас так же. Ну, давай сейчас тачки разнесем просто, посмотрим. У кого больше прочности хватит. Машины в смысле. Ёшкин кот. Кровотечение у меня. За рулем не хочет бинты мотать, правда. Так, аптечку использую. А то у меня кровотечение прямо открылось. Видно было, да, капелька такая. Броня бы сейчас тоже не помешала, кстати. Так, вот мы все огородим немножко. Так, давай. А, у меня арбалет еще есть.
тоже, кстати, нормально. Самое прикольное, что у него разрывные эти стрелы-то. Ну, типа вот такие. Бам. Нормально, да? Так, в ту зону я уже не попадаю. Кстати, вот заправка, за которую я говорил. Тачка дымит уже немного. Попал. Есть чутка. Прям шипит слышно. Так, ладно, что делать? Кобыли хрен приделать. Брони у меня нет. Пушки тоже говно. Так, ну-ка. Фига себе, кто здесь бахает. Все, уже сужение у нас идет, да? То есть перемещаемся тогда. Опять кого-то задавили. Короче, тут слишком много машин, я думаю, разработчикам стоило бы это немножко подубавить. Вот и... Да, очень много машин. И, на мой взгляд, очень быстро пролетает время, получается, до сужения. Маловато времени. Ну, а тут... Тринадцать человек осталось. Ладно, может, я в десятку хоть войду. Ну, а толку-то... Если я никого не убью, правильно? Интересного мало. Чего? А может, и убью. А хрен там, я ж косой. Ну и чё, я проехал по нему. У него охота уже там. Может, он сам себя еще спалит. Кстати, по-моему, на этих кирпичах и это сужение у нас. 13 человек еще. Надо каким-то макаром бросать тачку и ложиться где-нибудь без палева. А это тут еще. Еще бегают, блядь. В мою сторону стреляю, 29% прочности. Блин, попал, сука. Так, получилось у меня бинт использовать. На, падла. Только ж лагануло, видно было. Сука, как вот, вот залег, да, красавец? Ну я девятый. Ну, в принципе, друзья, я думаю, на этом я завершу как бы серию. Обзор такой небольшой. Вот, 7-й левел дали. Вот, пишите свои комментарии, там, интересно, неинтересно вообще. Может, что-то там определенное, может, рассказать, я не знаю. Вот, очень важно ваше мнение, комментарии. Вот, до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.